Купила наркотики, чтобы потом продать. В Нефтеюганске задержали женщину, которая подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Поймали с поличным злоумышленницу в подъезде жилого дома. Там она приобрела более 40 пакетиков с белым порошком. По предварительным данным, женщина собиралась их продавать путем так называемых закладок. После полицейские обыскали место жительства задержанной. В квартире жительницы Сургута нашли более 14 граммов синтетического наркотика. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.